Прошедшие местные выборы на Украине фактически нелегитимны, считает глава Крыма Сергей Аксенов. Власти сопредельного государства в очередной раз продемонстрировали четко отработанный механизм подтасовки и фальсификации фактов. Грязные технологии выборов нисколько не изменились. Выборы в Украине проходят, как всегда, и проходили до этого. То есть, как бы, обычная история. Власть придержащие пытаются эту власть сохранить любым способом, в том числе подтасовкой, покупкой голосов и так далее. Я считаю, что эти выборы, которые прошли, это чистая фикция. То есть, как бы, все результаты были нарисованы в комиссиях. Могу только соболезнования гражданам выразить, что у них такие руководители. Сожалею о том, что им приходится жить, ну, с полоумными деятелями. Прошедшие выборы, по мнению Сергея Аксенова, наглядно продемонстрировали, что украинская власть продолжает считать жителей Юго-Востока людьми второго сорта. Голосование было сорвано в первую очередь в Мариуполе и на украинской части Донбасса. Миллионы украинцев дискриминированы в своих правах. Так что все заявления о единой Украине всего лишь ложь и пропаганда, подчеркнул Сергей Аксенов.